видеовлог. На момент я нахожусь в машине. Мы едем на концерт. На концерте будет играть Марат Бисенгалиев. Кто не знает, кто такой Марат Бисенгалиев, это казахский скрипач, который прославился почти на весь мир. Мы уже вышли с машины и ищем конгресс-центр. Тут что-то воняет, мам. Мы, оказывается, слишком далеко припарковались. Теперь долго идти нам. С концерта возвращаться долго. Идем. Идем в Казань, ищу наших. Нашли конгресс-центр. Как красиво. Со мной? Да! Диана! Снимала так совместно. Мы тут с Диной. Мы тут с Дианой. Сабиной. С Крисом Алан. Смотрите, с Кристиной. Алан. Привет, камера. Это Аланыч, это Сабиныч, это Малиныч. А тут Аружан. Аружан, привет. А вот Аруныч. А там где-то Махабати. Маханыч. Было классно. Хотим попробовать сфоткаться. Мы сфотографировались на сцене. И нас опять выгнали. Мы хотим сфотографироваться с Маратом Бисенгалиевым. С Маратом, да? Да, с Маратом. Мне показалось, что Максим. Короче, не сфоткались мы, куда мы идем. Ой. И вот печаль. Это печаль. Короче, там была маленькая девочка, которая сфоткалась с Маратом Бисенгалиевым. Она не видит свою маму. Шикарно. Теперь видит. Привет, скажи. Привет. Короче, знаете что, у нас печалька. Знаете почему? Потому что, оказывается, мы не смогли сфоткаться. Знаете почему? Знаете почему? Знаете? Если вы хотите узнать почему, то ставьте 128 тысяч лайков, и тогда мы расскажем почему. 1 миллион. Короче. Вам понравилось? Да. Жух! Мне ответку, да. Да, там, где огни были, было жарко. Да. Кажется, я не записала, как я с Сабиной. Я тоже влог снимаю. Она тоже влог снимает, смотри. Здрасте. Здрасте. Ссылка на канал Дианы в описании. Как всегда. Сфоткай меня Да уж. Хотели потрогать водичку. Не получится у нас. Иду я такая, короче. Иду, бац, и пункт джелато. На нас вода капает. Холодное такое. Зато это классно. Освежает. Диана от меня не отвяжется, потому что она сказала, что купила мне подарок.
На красный свет. Вообще, вообще, я рада. Супер. Вообще, офигеть, красный свет горит, а мы идем. Ну, машины нет, значит. Какой тот. Девочки, про концерт. Шикарно. Шикарно. Тебе понравилось? Да. Просто бай. Классная песня. Шикарно. Сейчас. Она у меня в Европе живет. Угу. Чики. И она вот приехала, и все он год не было. Я надеюсь, вы поставите лайки, подпишитесь на мой канал, да? И оставите свой комментарий. Пока! Всё.